Привітання! З вами і знову «Страсті по культури». Темою нашої сьогоднішньої зустрічі буде етномузика. Со мною у студії Олександр і Едуард, а наші гості сьогодні – гета В'ячеслав Калацей, загадчик кафедри етнології і фольклору Білоруського державного університету культури і мистецтва, доцент, кандидат культурології, Тамара Варфоломеєва, етномузиколог, кандидат мистецтвознавства, старший науковий супрацовник Інституту мистецтвознавства, етнографії і фольклору імені Кондрата Крапиви Національної академії наук Білорусі, член Республіканського совету по охові культурної спадщини при Міністерстві культури. І неповторима Тетяна Бембель. Сябри, я пропоную почати нашу розмову з визначення терміна. Етномузика. Що це таке? Може, хтось не розуміє відрізнення від там аутентичної музики, від фольклорної музики, від народної музики. Що це таке? Розтлумачте нам, будь ласка. Ну, ви знаєте, ті назви, які ви перелічили, вони в нічим супадають, а в нічим і розходяться. Етномузика – це музика певного народу. Причому не просто музика, любая музика, а музика, як ми кажемо, кореньової традиції. Це музика стародавніх, вельми старих таких кореньов. Це музика етносу. Це не музика нації в цілому, а музика менавіта етносу. І тому етномузика. Але етномузика, звичайно, з'являється часткою у сучасної культури, часткою національної музики ввогулі, своїм таким пластом проходить там. Тому можна сказати, що у сучасному розумінні етномузика – це так само і частка національної культури музичної. Тобто фольклор – це поняття таке більш всеоб'ємлюще і включаюче, як частину себе, етномузику. Ну так, так, можна сказати, що так. І в етномузику, напевно, не виходить опять, ну, уже городская музыка, ну, на вот там 17-го стагодия. Это уже не этномузыка? Нет, 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 это не этномузыка, конечно. Это только такие вельми стародавние формы музычные, какие основали? Культуры дворцовой музыки, культуры шляхетской музыки. Это все культура не народная в том смысле, какой мы имеем на увазе. А приклад этномузыки? Приклад этномузыки? Обрадовые песни? Приклад этномузыки, ну, вот, например, 13 снежня. Василию вечер. У Василию вечер обрад колядные цари, який, до речі, внесений у спіс ЮНЕСКО, як помнік культури, нематеріальний. Нематеріальний. Ось, ось це приклад, там будуть виконуватися спеціальні нематеріальні прояви, це розмови, це пісні, це певні поводини, це певна пластика, все, що такі ритуальні, ритуального характеру, звісно, да. Так, спеціально, символічного характеру. Ось це і будуть нематеріальні прояви етномузики, ну, у приватності. У тим ліку і етномузики. Пробачте, забула представити телеглядачам ще одну гостю. За нашим столом, ось я на мовчки ляжить тут, ми повинні її представити. Ну, В'ячеслав, представте нам, будь ласка. Це один з традиційних інструментів білорусів, етнічних інструментів. Це білоруський варіант волинки, і він називається дуда. Тобто я зовуть дуда? Да. А голос ми можемо почути, коли вона представилась? Звісно, ну, так. Да, будь ласка. До речі, можна по сезону. Это зробить вось один з найгрышаў усім вядомы. Найгрыш, вось зараз я могу проиграць яго, а вы мне скажете, что это такое. Убей меня, Бог, здорово. Если кто-нибудь скажет, что это было. Тамара Борисовна, напомню, скажет. А так ли важно так все точно определять с точки зрения научной? А скажите, есть современные обработки этого? Вообще допустимы они сейчас? Было зададено питание про сучасную адаптацию неких традиционных фрагментов, которые были характерны для этнічної коренєвої культури білорусів, для етнічної музикальної культури. Ось, звісно, є різні погляди на можливість
некоторые адмаўляют некие апрацовки адаптационные и признают только чистую этнічную, аутентичную. Так, ну, у гэтай справе, як у любой, просто трэба казаць, называць рэчы сваімі імёнамі. Вось і тут, канешне, без меркавання спецыялістаў вельмі цяжка, да, таму што калі нехта хоча адрадзіць нейкі музычны інструмент, нейкі абрад, нейкі звычай традыцыйны, канешне, будзе рацыянальна, калі ён параіцца са спецыялістам, тады гэта ўсё не ператворыцца у стылізацыю, у, ну, інтэрпрэтацыю, у падробку, да? І нават у прафанацыю, таму што, да. Есть вельми шмат того у традиционной культуры, у этничной музыки, что может быть актуально в 21-м стагодзе. Яно нам усім... Так, яно нам усім цікаво, мы просто про гэта не ведаем. Вось. То, что я грал, это фактично, ну, найгрыш да Лявоніхі, якую мы все ведаем, но мы все ведаем як ліричную. Но она зусім інакше. Да, но на самом деле... Мы привыкли. Это непознавально. Это зусім інша публика, абсолютно это зусім інший контекст. Абсолютно. Давайте поглядим сюжет, який может быть иллюстрацией до нашей размовы. И может подструхне нас, якщо я ще к неким выводам. Фольклорный гурт «Вера» с под кіраўніцтвам Тетяны Пладуновой в Национальном центре мастацкой творчості дзяцей і молоді існує уже 15 годов. Мы протягиваем у вывучэнні фольклору вось тую лінію, каб перанести нашему слухачу, перанести нашим так само удельникам гурта тую самую этнофонію, якую нам передали наши продки. Все ж таки найбольш наближена до аутентичного гуку. Там где уже наше то лежа, у сваёй творчасці гурт звяртаецца да народнасці, пераймаючы такія жанравыя матывы спеваў, як каляды, гуканне вясны, масленіца, купальныя песні. Справды, это ж трэба аднекуль чэрпаць. Мы это займаемся якраз такі дзякуючы экспедыцыям. Часта выязджаю я сваімі калегамі, таксама з удзельнікамі гурта. І в гэтых экспедыцыях яшчэ раз пораз можна пабачыць носьбітаў, аўтэнтычных носьбітаў гэтай этнафоніі, гэтай музыкі. Усе новыя песні і музыка запісваюцца, а потым развучваюцца і выконваюцца ў адпаведнасці з першапачатковым гучаннем. Фальклор – гэта вакно ў мой народ, у маю спадчыну. Фальклор як сродак ось такой, ведаеце, віртуальнай камунікацыі паміж намі, вось, сучаснікамі і нашымі продкамі. Маладзёжная суполка пад прыгожай назвай «Альтамента», што ў перакладзе з лацінскай «У глыбіні душы», таксама як і гурт Тацяны, працуе ў жанры этнамузыкі. Што мы граем? Ведаеце, можна умоўна, я думаю, падзяліць музыку нашу на некалькі пластоў. Першы – гэта народныя песні, беларускія і яшчэ балканскія. У нас ёсць балканская праграма. А другі пласт – гэта нашыя песні. Я з'яўляюся аўтарам музыкі, словаў. Песні Кацярыны, салісткі і ідэйнай натхняльніцы гурта, таксама вельмі моцна знітаваны з народнымі мелодыямі і матывамі. На жаль, у Беларусі такіх гуртоў і суполак не вельмі шмат. Да таго ж, большасць беларусаў не ведаюць пра іх існаванне, таму часцей за ўсё іх сустракаюць замежныя пляцоўкі. Мы казалі пра адаптацыйныя формы, так, так, так. І ці мае права вот такая форма называцца этнай музыкай? Справа ў тым, што ў 21-м стагодзе, напэўна, маюць права на існаванне абсалютна ўсе формы. І, канешне, да. Пра існаванне мы не кажам, мы толькі пра тэрміны. Про этнічную музыку вельмі слушна сказала вось Тамара Барысаўна, таму што этнічная музыка – это музыка этнасу. І, значыць, калі умовна казаць і трошкі схематычна, ёсць два кола
да, на яких гэта музыка звычайна будуецца, і вакальная, і інструментальная. Гэта гадавое кола, гэта календар і рытуалы гэтага календаря і кола жыцця чалавека, да? Значит, нараджэнне радзіны, развіццё і самая вышэйшая кропка гэта шлюб, гэта вясельнае. Музычныя формы, да, потым нараджэнне дзіця і потым пахаванне, да, ну паколькі гэта непазбежна, да. Значыць, вось на двух гэтых колах фактычна завязана аснова, ядро этнічнай музыкі кожнага народа. Асабліва ярка гэта праяўляецца ў культуры беларусаў. Ну, ёсць, канешна, пазаабрадавыя формы, но яны часам, калі яны сапраўды належаць да каранёвай музыкі беларусаў, Тамара Барысаўна мяне падтрымае, напэўна, што яны звязаны генетычна і з календарём, і з сямейнай абраднасцю. Да. Ну, наколькі, так... наколькі гэта існуе ў побыце, ў культуры кожнага народа, гэта залежыць ад шмат абставінаў. Калі народ клапоціцца пра тым, чтобы захавацца, это павінна існаваць, хаця б у нейкай форме адаптаваны там или не ну, ну, очень то успешно хочу, Кирчук Иван это адаптирует. Я хочу зразуметь, то есть, коли выконание вот той или иной музыкальной там формы, будь то песня или инструментальная музыка, так, не привязана внутренно, не связана, да, для выконауции и слухачоу с гэтыми колами, так, то и оно, ну, по вашей думце, и оно уже, ну, уже не такое право мае называться этнічнай у поўным сэнсе. Это просто уже як музейны экспанат такой, изъят из контекста. Ну, вы маете рацию, конечно, в тым сэнсе, что все ж таки, чаму з'явился у нас термин аутентичный фольклор? Его же вот 10 годов тому назад еще амаль не было. Чаму гэтае слово пришло? Тому что была необходимость як раз отделить вот тую сапраўдную, аутентичную культуру, сапраўдную культуру вёскі, дзе яна нарадзілася і ў некаторых момантах жыве дагэтуль. І ўсе астатнія, у тым ліку тое, што мы бачылі зараз. А што гэта, што мы бачылі? Тое, мы бачылі зараз, тое, што мы бачылі зараз, гэта, можна сказаць, другасныя формы фальклору. Другасныя. Яны абавязкова павінны быць. Абавязкова. А інакш як ён выжыве? Ну, ён выжыве ўжо ў іншых формах, у такіх. Мы ж не можам у горад прывесці лад жыцця вясковы. Немагчыма. А вось эстэтычныя каштоўнасці, якія назапашаны на вёсцы, менавіта эстэтычныя каштоўнасці, можа браць на сябе горад у якасці транслятара. Вот могут, и они как раз это и робят. Ну, наибольш например, толкачики те самые. Наибольшие выдатные гурты, не только эстетику, конечно, а вот именно якость гуку, гукоздобывания, тембры, манеру выконания, стилевые особливости некие, вот то, что как раз на кафедре Вячеслава Викторовича робится. Как раз и этим они занимаются. Паспіхова ці не паспіхова, больш удала, менш удала, гэта другія праблемы. Але гэта яны робяць, стараюцца рабіць. Калі ласка, калі ўжо вы эксперты, а я так магу вас, я думаю, называць, тут я скарыстаю гэты выпадак. Скажыце, а якія вось гурты ці асобныя выканаўцы, ну, а вашу думку, могуць прэтэндаваць на, можа, найбольш, ну, прыбліжанае, приближенную к першасной такой чистине выконания. То есть просто мы, мне кажется, повинны назвать тех людей, которые заховывают. Ну, спочатку треба сказать в оголе, а потом мы с вашего дозволу перейдем уже на... персонали. Так, да. Тому что треба памятать, что коранёвая этничная музыка это вельми высокая плыня мастацтва. Тому что, чтобы научиться спевать, так как спевают аутентичные выканавцы белорусские, треба репетовать 60-70 годов. Это не каждый может себе зараз дозволить. Но... Кольки годов? Все життё. Ну, вот я, например, когда я учился в университете, да, на хоровой специализации, наш керовник сказал, чуете, как спевают бабули? То есть, они уже дозрели, да? Подобается, подобается. Яны 60 год репетовали. Ну, бабули тоже когда-то были молодыми девушками, которые это слышали, и тоже начинали и пробовали. Так, но, значит, треба памятать, что большасць аутентичных фольклорных гуртов, это не просто жыхары вёскі
N, так? Гэта многія з іх запісаны былі яшчэ ў 80-е, 70-е гады на вінілавых вялікіх плытах фірмы «Мелодія». Гэтыя запісы дагэтуль актуальныя, і яны вельмі высока каціруюцца спецыялістамі, і гэта сапраўды вельмі высокі від мастацтва. Таму, чтобы адпавядаць такому гэтаму ўзроўню, трэба да гэтага імкнуцца. І імкнуцца вельмі працяглы час і, скажем так, настойліва. Вось. А ці ёсць у нас такія гурты вот 60-70-гадовых там хлопцаў і дзяўчат, якія ўжо дазрэлі і ўжо ў цэлым могуць прэтэндаваць на такі ўзровень? Што тычыцца менавіта этнічнай музыкі, то аўтэнтычны фальклор, ён можа існаваць толькі на вёскі. Толькі ва умовах, калі чалавек кантактуе з прыродай, калі ён включаны вось ў гэтыя цыклы і рытмы прыроды, і калі ён мае кантакт з носьбітам традыцыі, ад якога ён вусным шляхам гэтую традыцыю пераймаў. А інакш, ніякія рэпетыцыі, ніякія практыка шматгадовая не дасць таго выніку. Справа ў тым, што, напрыклад, Борис Гребенщиков казаў, што самы лепшы канцэрт, які ён наведаў у сваім жыцці, гэта была выступ Офры Хазы, спявачкі з Ізраіля в нью-йоркскай дыскатэцы. Офра Хаза, якая, дарэчы, ўжо нябожчыца, но яна спявала йеменскія народныя песні ўсё жыццё, разумееце? І яна смагла пераняць гэтую традыцыю. Канешне, гэта был уже форма фьюжн, мікст, там і гэтак далей. І, ну, она это рабіла вельмі якасна. Што тычыцца вось гуртоў, якія спрабуюць гэта рабіць ва многіх еўрапейскіх краінах, ва ўсходняй Еўропе, в Расіі, пры Балтыцы, в Беларусі. Ёсць розныя калектывы з розным узроўнем, некаторыя з іх уже даволі далёка прайшлі па гэтаму шляху да традыцыі. Я уже знімагаю. Паперку уже прыгатаваў. Паловачок ляжыць. Так все вокруг да около еще. Давайте я скажу, потому что Вячеслав Викторович Максима, и он, так сказать, соромится, потому что он все-таки... Кого-нибудь обидеть, наверное, может быть, да, своя оценка. Я могу абсолютно слушно, могу абсолютно з усёй адказнасцю сказаць, калі да, конечно, это же толькі маё асабістае меркаванне, і час ён усё роўна расстаўляе кропкі над і у асноўным тыя гурты, якія скажем так, намагаюцца сябе прэзентаваць як гурты этнамузыкі, такія як, найбольш вядомыя з іх Палац, Троица, Крыві, Георгія, Нагуаль і гэтак далей, гэта все нейкія мікставыя формы. Тому що то, що ми казалі на початку, ёсць этнічныя ліцвіны. Так, гэта ёсць, разумеце, ёсць этнічная музыка, музыка этнасу. Калі ёсць, напрыклад, у гурце к беларускім спевам іранскі акампанемент ці індыйскі акампанемент, это ўжо world music, это world music, это мировая music. Музыка гэта не этнічная музыка беларусаў. Я в процессе подготовки к передаче залез на Википедию и почитал, как в Википедии дается определение того, что такое этномузыка. Так вот, на самом деле, это современная музыка, в которой просто используются элементы этнических звукорядов, этнических методов звукоизвлечения, ритмов, мелодик, голосовой подачи. Но это все уже адаптировано к стандартам коммерческой звукозаписи, фактически. Но и вот это называется world music, действительно, и как аналог этого термина в русском языке используется именно этническая музыка, хотя, как мы видим, с точки зрения академической науки, это не совсем правильное будет. Знаете, что еще тут? Справа тем, что белорусы, у яких живая культура дагэтуль, яны, конечно, до этномузыки ставятся все-таки, когда, ну вот есть такие часопы «Живая старина», да? Ну, вот ставятся как до живой стороны, до живой музыки, до живой культуры. А там, где гэтага уже нема, большая увага перекладывается уже на вот эти другосные формы, на все эти... На те соусы, яким поливают это блюдо уже с морозилки. Так, у нас наша проблема, не то, что проблема, а наша специфика белорусская.
якраз заключається в тим, що у нас суіснують одночасово. Ось гэтые стародавні, сапраўдні, аутентичні форми ще дагэтуль існують. Причому у яскравых формах, не в формі культури тільки, а менавіта в формі мастацтва, про що В'ячеслав Вікторович казав, менавіта узровень мастацтва. І ось гэтые друкасні форми, які, ну, ось вот под гэтым соусом, як ви кажете. Справа в тим, що і Палац, і Юрія, і шмат других сценічних колективів, вони ніколи не можуть бути такими, як автентичні по сутності природи своєї. Сценічна культура і не сценічна культура, вони коренним чином відрозніваються один від одного. Ну, поспробуйте ви взяти програму сценічного колектива і кожен год видавати одно і те ж, одно і те ж, одно. Це немогчимо. Тому от настільки важливе значення має зараз діяльність цієї кафедри, яку визначає В'ячеслав Вікторович і вогулі в цьому плані університету культури. Не заховальники. Університету культури і мистецтва. І вони і заховальниками ти їх не назовеш. Справа в тому, що... І не оживляльники вони. Вони просто так, як можуть, у міру своїх можливостей, здольностей, люди ж різні так само, вони спробують усе ж таки протягнути життя ось цієї естетичної частки цієї культури, естетичної частки. Справа в тим, що тут, мені здається, треба удокладнити. Задача людей, які займаються вивченням етнічної музики, на мій погляд, в 21 столітті, дати шанец гэтай музыкі захавацца. Што для гэтага мы можам зрабіць? Нават у кампрамісных формах, так? Так, мы можам стварыць нейкія умовы, пры якіх гэта музыка можа гучаць. Да, і стварыць, напрыклад, мадэлі, пры якіх яна будзе пераймацца вусным шляхам. Як гэта адбываецца, напрыклад, у межах праекта фестывальнага «Берагіня», дзе умова ўдзелу ў гэтым праекце, калі песні своей малой родимы, вёски, района, региона. Значит, дети развучили вустным шляхом менавіта, не з нот. Это принципово. Да. А от контакта с носьбітами традиции, ці с аудио-відео записов вывучили и презентовали. Мы повинны дать право этнічної музики свого народу на існування, тому що ми живемо у медійній просторі, яка на 75% заповнена не білоруською музикою сьогодні. От этот вектор і сектор там етнічної музики і так далі, він, звісно, повинен поширатися, тому що в усім світі існують спеціалізовані радіостанції, навіть телеканали, які спеціалізуються на етнічній музиці. Тільки на її. Так, і, звісно... А у нас нема такого? У нас цього нема. А провокаційне питання. А ось коли б от зараз, ну, сьогодні, завтра вам би сказали, все, відкриваємо такий от канал радіовещання, так? Ось, коли ласка, етноканал. Ось ваша кафедра, там офіційний консультант, чи може навіть уваходить у редакційний такий колектив. Хопіть матеріалу, каб кожен день було радіовещання, уже назапашено, достатково було б? Справа в тим, що в Америці, наприклад, є радіостанція, яка транслює тільки пісні групи Led Zeppelin. І не глядячи на те, що... А реверсом таким? Або просто різні виконавці, інтерпретації? Буває, що і кавери, інші виконавці виконують. Не значить, що всі слухають. Но при гэтым, хоча гэты гурт распався вже вельми давно, мені здається, в 1980 годі, да, как бы їх музика покриває. Да, і ціла радіостанція з гэтага живе. Шалякін давно помер, так? Ну, скажите, коли ласка, коли-небудь буде такий час, коли голос Шаляпіна ввогулі буде забитий? Не буде, ніколи не буде. Сподіваюся, що ми не доживемо до того часу. Ну, дай Бог, я впевнена у тим, що все-таки ми не доживемо до цього. Той ж саме у народній музиці. Там є вишині адекватний, абсолютно конгеніальний, ось цим самим вишинім типу Шаляпіна. Так званий професійний музики. Ні, не так званий професійний. Ні, вони просто самородки, народні самородки.
знаете, такие Ломоносовы по-своему. Музичные Ломоносовы. Обогульняючи то, что мы кажем, хопить материалы. Да, хопить. Для... Знаете, какая интересная проблема, на самом деле, рисуется. Ведь город пополняет деревня. И те молодые люди, которые покидают свои родные деревни, да, приезжая в город, они не хотят быть проводниками этой мелодии и музыки, на самом деле. Они открещиваются от нее. Они переходят, да, в первом поколении. Только в третьем, четвертом поколении они возвращаются, да, к своим почитателям. У 21-м стагодзе, конечно, фольклорная музыка и этничная музыка яна недзе ближе к элитарному виду мастерства, чем массовой культуры. То есть культуры. Такая парадоксальная ситуация. Вы знаете, что, я знову-таки, вот так и не так одночасово. Вось приклад вёски. Вось вёска, вот приезжає, наприклад, фольклорний гурт, молодежний фольклорний гурт. Відомо, що будуть співати народні пісні. Розказували про таке. Їздили, Лариса Рожкова розказувала зі своєї практики. Одна з викладальниць якраз на кафедрі Вячеслава Вікторовича. Ось конкретна ситуація. Зал, звісно, різний, там прийшли різні люди. Ось, починають співати. Дівчата гети починають співати. Спочатку, з боку молоді, шики там, свісти, ну все, от, да, м'ясовий молодь, яка, да, здавалося, повинна була все це розуміти. Тому що вони вже привикли бум-ца-ца, конечно, бум-ца-ца. Тому що телевізор у нас, да, настроєн тільки на бум-ца-ца, безумовно, це так. Це все в головах. Потім проходить, кілька пісень пройшло. А ці можна триматися, да? Триматися, звісно, вони виходять, як на бой, да, як на бой. Как это на войне, как на войне, как это? Алягерком алягер. Вот по этому принципу самому. И на конце концерта уже ты, какие вот шикали и, значит, там хлопали не так, как треба. Стали снисходительными. Да? А одумались? Яны не то, чтобы одумались, але по меньшей мере яны изменили свои, да, поводины. Так что с городу эта культура может вертаться в вёску, может. Это один со шляхов такого вертания. Культура вёски до самой себе. Вёски, да, до самой себе. Про город. Так у венгров было, до речи. Рынок этнической музыки, он, ну, если брать в разрезе конкретно взятой страны, то есть, или конкретно взятого этноса, он очень узкий. То есть почитатели белорусского этноса по всему миру можно, наверное, будет посчитать по огромное пальцам. Количество, да. Ну, огромное количество. Ну, сколько, маленький, ну, пример. Сколько маленький пример. Ты можешь подожди, продать? Подожди, маленький пример. Группа «Троица», да? 10 лет, 6 фестивалей в Беларуси, 60 фестивалей по всему миру, включая Малайзию, там, Венгрию, там, я не знаю, Польшу. В Польше 17, в Нидерланде 17, в России 6. Это что, и что, приглашают только каких-то понтов? Нет. На самом деле они нравятся, их приглашают, они едут туда. Все здорово, Саша. Значит, здорово. Ответь мне, пожалуйста, на, да, один вопрос. Сколько денег они на этом заработали? Я думаю, нормально они живут и работают тоже нормально, потому что диск «Троицы» не найти в продаже. Появляется, ну, и исчезает. Я до сих пор не могу. Я думаю, в любом случае, это некоммерческие проекты. Это некоммерческие, но они вполне неплохо существуют. Занимающиеся этномузыкой в любом случае. Это какой-то, во-первых, это культурная акция в любом случае. Будь то, конечно, исследование, конечно, будь то подготовка диска издания, нотного сборника. Кстати, я все забываю спросить, а почему вот принципиально все-таки не записывают нотами эту музыку? Или есть и такие варианты? Нотная запись мае свои обмежевания, потому что помник этничной музыки – это аудио- и видеозапись. То есть ноты, они не лишатся документом таким? Да, справа тем, что как бы докладно ты не шифровал мелодию, ты не передашь там самое головное – тембр. Абертональные немагчимо это так. Это так воспринимается только на слых. То есть расшифровка сапраўдны... музычная может быть... Как раз то самое главное, что несет, ну, эта музыка, не передается, вот, потому что она воздействует интонация на организм. Она повышает здоровье, обереги, все остальное. Это не передаваемое. Нематериальная каштовность. Лявуниха, сыгранная на дуде, и лявуниха, сыгранная на шестиструнной гитаре, это совершенно разные лявунихи. Конечно. А давайте про воздействие на организм, это крыху зацікавило. Справа в том, что вот Тамара Борисовна, и она уже шмат годов занимается записями спевов белорусских. Вот, 71-го года. Так. И в уголе белорусские спевы этничные, да, вот то, что тычется аутентичного фольклору, значит, яны
Вельми высоко ценится этномузыкологами и славянских краин, и неславянских краин, тому что, значит, яны мают свои мастацкие, вось, стылявые и терапевтичные... Расскажите, скажем так, ну, потому что музыка лечит душу. Мы ведаем, что духовная сфера життя, это, звичайно, скажем так, связана с религийными некими практиками. И вот во всех абсолютно религийных системах есть спевы. Да? Это есть у православной, у католической, христианской церкви. Кавлание шаманов это тоже. В усходних религиях. Это есть во всходних религиях, да. Это есть у буддистов там, и так далее. То есть то, что спевы терапевтично воздействуют на человека, ну, это бесконечно. Психоделично, может, ширей. Да, может быть, даже медитативная какая-то составляющая, когда можно общаться. Такая еще речь, я думаю, что когда мы будем слушать все-таки шамана, то мы будем слушать не так, как слухає якут, чи слухає хто представник того народа, культури якого, да, існує шаманство. Как екзотика в каком-то смысле. Для нас это екзотика, тому для нас это не може бути некой такой медитацией. Так само, як і білоруська музика, для представника другого етносу медитації бути не може. Для кожного Григория Землі є своя какая-то особливість. Конечно, своє, своє. Да. От своє на мене уздійнічає. А чужое, ну, мне цікаво, конечно, мне цікаво. Розвлікає немножко. Ну, да, ну екзотика, ну, екзотика, вона і є екзотика. Так що так само все не однозначно. Наші називають себе навіть там, ну, наугаль, да? Але ось гэта тонкі речі, у який стан уводять вас та ці інша пісня, та ці інша мелодія, гэта ведь треба ведаць? Или гэта інтуїтивно? Знаете что? Треба мець вуши. Вось калі ёсць у чалавека вуши і душа, да. Я вам кажу, что могуць, бывалі выпадкі, калі чалавек, вот знов-таки нематеріальная вот эта самая каштоўнасць. Ёсць паняцце музычнай інтонацыі. Можна так спець, что тебе словами не треба нічого казаць. Ты просто сидиш і плачеш. Ну, потому что академик Павлов говорил, что сердце – это главный мозг человека. То, и что можно, входит сразу, минуя какие-то ретрансляторы. И можно наоборот. Ну, конечно, у белорусов, например, огромная колькость мелодий заснована на четырех гуках. Ну, коли это музыкант, значит, можно сказать, терция субкварты. То это до, ре, ми и соль у нижи. Вот гукара, четыре гуки. На этих четырех гуках колькі варыянтаў і колькі мелодык і рытмічных варыянтаў выдумана беларусамі. Гэта просто, канешне, крэатыўнасць вышэйшага кшталту. Вот Тамара Борисовна сказала про субкварту там і терцію. Да? Значит, ну, у ірландцаў пентатоніка, у венграў пентатоніка, яны таксама на гэтай аснове будуюць сваю этнічную музыку. Ну, конечно, но яны гэтым свабодна валодаюць, і нават тыя поп-музыканты, рок-музыканты, якія прайшлі школу навучання, яны потым это перакладаюць на іншую вобразную мову і на іншыя інструменты, там умовы і гэтак далей. Агульначалавечыя каштоўнасці не уніфікаваныя, яны створаны ў культурах асобных народаў. То есть мы, магчыма, прагнем вось нейкіх станоўчых эмоцый, там задавальнення ад некага віда мастацтва, да? Но калі мы імкнемся, чтобы гэта было этнічна афарбавана, да, то мы павінны звяртацца да
сваёй спадчыны, таму што нехта бярэ там за аснову вось акадэмічную музыку, эстрадную музыку, якая можа быць пабудавана на музыкі італьянцаў, да, як напрыклад Бельканта, да, ці нямецкая, да, джазавая музыка і блюзавая класка Дэльта Місісіпі, да, блюз там з'явіўся, вось і ад з гэтага месца быў разнесены па ўсім свеце. Але ж гэта в свой час таксама была традыцыйная этнічная музыка вось насельніцтва Дэльта Місісіпі. Да, і таму мы павінны называць рэчы сваімі імёнамі. Вот как вы оцениваете перспективы и шансы на выживание национальной белорусской этнической музыки и культуры? Великая надея на людей, которые живут у этой культуры на местах. Есть люди, которые у этой культуры живут, эту культуру поддерживают спонтанно, ну, потому что это свое родное. И это немогчимо у них отобрать. И дякуючи этому это будет жить. Ну и, конечно, хотелось большей координации помеж системой культуры и системой эдукации, потому что менавіта помеж этих двух вот жерновов заключена вся наша молодь, дети наши. И коли бы эти две системы не объединялись в одном намаганні, працювали бы одним накірунку, то ось эта грандиозная программа «Козинки, традиционная культура и дети» могла бы дать такий штуршок велизарный, что просто, ну, уже покатился бы. Ну, это лирическое отступление. На самом деле все держится на личностях, на людях. Это, они, да, есть проводники. Они есть. И слава Богу, это что они есть. Николи не было, да. Шмат, не было шмат, але они есть за все. Вы, как керовник кафедры, скажите ваши, вот, ну, и как музыкант так само. Ну, хацелася б, канешне, надаць вось тым памкненням, якія сёння ёсць у пэўнай часткі моладзі, вось далучыцца до традыцыйнай этнічнай музыкі, выхад, да. То есть для гэтага, канешне, трэба даць ім адукацыю, трэба ствараць працоўныя месцы. Вось у сістэме наших социальных институтов, которые есть, а яны есть, вот, и это и система эдукации, и система культуры. Вот наша кафедра, она імкнецца дать специалиста, который может працаваць этнічнай музыкой с аутентичным фольклором у кірунку вот, пераймання, налаживания пераймання, у движение, у сучасную, скажем так, рэчаіснасць, вось, и таким чином, скажем так, захаванне того, что в свой час вывучали наши фольклористы, что еще дагэтуль можно побачить в фольклорных экспедициях по Беларуси в разных регионах. Еще у великой повазе, якія студенты, как раз, вот, они выходят со стен университета, менавіта гэтай спецыялізацыі, з вялікай павагай да таго, што яны нясуць далей. Любоў і павага – это вельмі многа. Як спецыялізацыя называецца дакладна? Этнафоназнаўства. Этнафоназнаўства. Ну што, уважаныя сябры, вельмі цікава было працягваць нашу беседу, але мы павінны резюміраваць уже тое, што мы казалі друг другу. На развітанне я скажу так. Наши гости сказали, каб адчуваць, разумець этнічную музыку беларускую, трэба мець уши і душу. Ну, я жадаю всім, каб калі уши закладзены, так они б адклаліся, і тое ж самае з душой, каб все гэта ўспрымалася з любоўю, з цікаўнасцю, арганічна і пераўтваралася і для чалавека ў нейкі вынік, ён нешта атрымаў для сваёй душы і вушэй. І, можа, ў нейкія дзеянні, які б дапамаглі гэтай частцы культуры вельмі важнай у вельмі, можа быць, даже крытычны час. Ну, на гэтай канструктыўнай ноце я б хацела развітацца з вами да новай сустрэчы. З вами былі «Страсці па культуры».